Пешеходы – самые незащищенные участники дорожного движения, но зачастую не менее опасны, чем неадекватные водители. Самая любимая забава пешеходов – переходить дорогу, где вздумается. Как, например, героиня этого видео. Девушка решила проигнорировать пешеходный переход. И вот результат – удар об автомобиль, шок и легкие травмы. А вот еще один беспечный пешеход – остановка общественного транспорта. Девушка в светлом пуховике смело переходит дорогу, не убедившись, есть ли на встречный автомобиль. Оказалось, есть. Водитель уходит от столкновения и все же цепляет девушку. На этот раз все обошлось. У девушки пару синяков и штраф за нарушение ПДД. В данном происшествии признали виновной именно девушку-пешехода, которая спровоцировала аварию и сама же в ней пострадала. А это Могилев. Дело было в районе университета продовольствия. Дамочка с сумкой красноречиво показывает, кто на дороге главный. Еще один пеший король дороги решил побыстрее перейти Ленинскую улицу. Одна полоса. Вторая. Ой, я кому-то мешаю. Да ладно, подождете. Точно так же считают пешеходы в Гродно, Барановичах и Минске. Видимо, у девушки отличная спортивная форма, раз она на повороте уверенно обогнала авто. Или у водителя реакция отличная. Герой следующего ролика посчитал, что автомобильная дорога – это просто широкая пешеходная дорожка, на которой изредка встречаются автомобили. Эмоции водителя авто с регистратором предсказуемы. Нужно пешеходу доходчиво объяснить, для чего дорога предназначена. Согласитесь, эгоизм – вообще не самая лучшая модель поведения, а на дороге тем более. И в заключении немного улыбки. Наш герой живет в российском городе Н, и он очень обеспокоен, что в городе водители мало улыбаются. Вот и решил им поднять настроение. Устроил на пешеходном переходе целое цирковое представление, чем заслужил аплодисменты зрителей и 170 тысяч лайков в интернете. Присылайте свои дорожные истории в рубрику «Автомат» наш адрес рубрика автомат@tut.by.